Переходим к следующему вопросу. Он у нас, как я уже говорил, очень важный. Это академическая история России, концепция, задачи и реализации проекта. Но я вначале хотел бы предоставить слово академику Макарову Николаю Андреевичу, вице-президенту, для того, чтобы он сначала сделал небольшое сообщение о тех результатах, которые у нас сделано в результате раскопок в Великом Новгороде, а потом плавно еще вступление и по этому вопросу сказал. Пожалуйста, Николай Андреевич. Собрание в августе этого года в Новгороде в ходе археологических исследований на Людином конце, это центр средневекового Новгорода, была сделана выдающаяся находка. Это клад серебряных монет и украшений, всего 1900 средневековых предметов, общим весом 3 килограмма. Это предметы X века, которые были, если можно, покажите следующие слайды, или да, я могу их показать, да. Это предметы X века, которые были намеренно скрыты их владельцам и впоследствии не востребованы. Они оказались под 5-метровой толщей культурного слоя. Это самый крупный клад серебра X века, который был обнаружен в Новгороде за 90 лет раскопок. Он найден во время спасательных раскопок. Это раскопки на участке строительства, которые предписаны законом и которые проводятся на основании открытых листов, которые выдаются Министерством культуры по заключению Российской академии наук. В составе клада около 1800 монет. Это арабские дирхимы. Западноевропейские мелиорисии, византийские мелиорисии, западноевропейские динарии и сасанитские драхмы. Монеты важны, поскольку они определяют время сокрытия клада. Самая младшая монета чеканена в 974 году, и, так сказать, таким образом клад зарыт после 974 года. Близкую дату имеют и византийские монеты, и вот вы видите на слайдах славянские и скандинавские украшения. Клад демонстрирует такое совместное бытование вещей различных типов, различного происхождения. Это вещи, изготовленные в славянской традиции, вот эти замечательные луницы. Это украшения скандинавских типов и восточные монеты, и византийские западные монеты. Вот такой как бы встреча культур, синтез культур, который показывает роль Великого Новгорода в X веке как торгового центра, как место притяжения как бы восточного и византийского серебра. И очень интересен вот этот вот крест. Это крест, древнейший тип крестов, которые получили бытование на Руси еще до официального принятия христианства. Вот этот крест находился, так сказать, в собственности кого-то из людей, который уже был приобщен к христианской вере, но до официального принятия крещения. Так что вот эти сокровища – это как бы бесценный источник для изучения ранней истории Руси. Вот это время новгородского княжения Владимира, который занял новгородский стол в 973 году и ушел из Новгорода в Скандинавию, так сказать, ожидая выступления своего брата Ярополка, и впоследствии вернулся в Новгород и из Новгорода уже двинулся на юг и стал киевским князем. Так что вот, значит, какие-то драматические моменты этой истории 970-х годов и стали причиной зарытия этого сокровища. И понятно, что открытие этого клада убедительно подтверждает
так сказать, эффективность той системы организации археологических спасательных работ, которая сейчас действует в нашей стране и дает возможность, так сказать, вести сохранение таких ярких объектов наследия и получить новую информацию о раннем периоде нашей истории в частности. Спасибо. Да, спасибо. Давайте. Но я, пользуясь случаем, как раз хотел обратиться к присутствующим здесь и Косачеву Константину Васильевичу, Кабышеву Сергею Владимировичу. Там сейчас идут определенные нападки на археологические работы. У нас постоянно строители и другие, они хотят сократить это дело и некоторые действия свои сделать, чтобы не было таких археологических раскопок. Я считаю, что это абсолютно неправильное действие, потому что вот яркий пример, даже за 3 месяца работы там каких-то спасательной, так называемой, мы находим такие находки. Поэтому просьба, как бы, вот, отстаивать интересы археологической науки. Спасибо. Теперь мы переходим, да, к следующему вопросу. Пожалуйста. На сегодняшнем заседании Президиума отделение историко-филологических наук представляет предварительные итоги работы над новой академической историей России. Это исследование было задумано как национальный нарратив, который суммирует современные научные знания о прошлом нашей страны и излагает их в хронологической последовательности от начала заселения территории России до новейшего времени. Работа над этим изданием ведется по поручению президента России, которое было дано в 2013 году. Исследование и оформление текста потребовало большого времени, привлечение широкого круга ученых, всего в этом издании более 400 авторов, и фактически стало мегапроектом, который объединил в общей работе значительную часть нашего исторического цеха, от археологов до специалистов по новейшей истории, что в целом не свойственно для гуманитарных наук, которые больше ориентированы на вот такое индивидуальное творчество. Так что этот проект вот такое особое исключение. К работе оказались привлечены 70 организаций. Инициатором проекта и организатором работы головной организации является Институт российской истории, директор которого сегодня выступает в качестве главного докладчика, а редакционный совет издания возглавил председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин. Жанр национального исторического нарратива такой большой истории страны – это классический жанр историописания, который сложился в Западной Европе в конце XVIII века, и всем присутствующим хорошо знакомая история государства российского Карамзина, которая стала первым опытом такого сочинения в России, исторические труды Соловьева, Ключевского, Платонова, и, наконец, история СССР из древнейших времен, выпуск которой был начат в 1966 году. Это, в общем, такие исторические сочинения того же жанра, которые различаются по своим методическим подходам, по своим идейным установкам, по охвату материала, но они нацелены на создание целостной картины истории страны. И каждое такое издание отражает творческую индивидуальность автора или авторов, безусловно. Оно отражает общественные идеи своего времени, но также и уровень исторические науки своего времени, общий объем накопленного знания, общий объем первичных материалов и состояние исследовательского инструментария исторической науки. Необходимость создания новой истории России обусловлена колоссальным расширением источников по сравнению с 60-ми годами прошлого века. Это и новые археологические материалы, и архивные документы новейшего времени, и многое другое. Оно обусловлено глубоким обновлением и совершенствованием методов исторических исследований. Наконец, новой оптикой нашего взгляда на историю, которая формируется в реалиях современного мира. История удлинилась, в том числе и за счет памятников, открытия памятников глубокой древности. История оказалась насыщенной огромной массой новых фактических данных и потребовала нового пространственного охвата, равного внимания ко всей территории страны. Тем не менее, 10 лет назад, более 10 лет назад, когда этот проект задумывался, так сказать, не было у историков вот такого единого мнения о реалистичности и целесообразности такого обобщающего труда. Это казалось неочевидным, потому что, так сказать, слишком велик объем материала. И действительно, сегодня, когда обществу доступны огромные массивы исторической информации, часть из них открыто находится в интернете, национальный исторический нарратив
не может вместить всех знаний и не может конкурировать со многими яркими исследованиями по отдельным темам и хронологическим периодам. Но после долгих дискуссий, так сказать, мы пришли к выводу, что такой труд нужен, что он реалистичен. И вот сегодня представляются первые тома вышедшего издания, так сказать, которые показывают, что, так сказать, значительная часть пути уже пройдена, мы можем обсуждать результаты. Из печати вышло 4 тома, еще 5 томов находятся в печати. Редакционная подготовка и выпуск книг ведется в издательстве «Наука», так что вот процесс, так сказать, запущен, есть результаты. Надо сказать, что дискуссии вот относительно, так сказать, таким, каким должно быть издание, они происходили на, как бы, двух площадках. Это площадка Российского исторического общества, и роль Российского исторического общества в этом проекте очень велика. Вот здесь, на этой площадке, были согласованы видения многих сложных моментов истории, так сказать, общая композиция издания, так сказать, подбор рубрикации издания, вот, и, конечно, площадка историка, вот, отделение историко-филологических наук, где, так сказать, также были такие жаркие дискуссии. Сегодня Юрий Александрович Петров, директор Института российской истории, расскажет об общей концепции проекта. Содоклады будут посвящены отдельным темам, отдельным томам, которые уже вышли из печати. Отличительная особенность новой академической истории – внимание к регионам, в том числе к восточной части России. Поэтому мы предложили академику Крадину специально рассказать о том, как представлен в новом издании «Народы и культуры Дальнего Востока». Пока вот у нас вышла лишь часть томов, но она дает возможность представить общий характер издания, общий характер исследовательской работы, объем и качество исследовательской работы, которая вот воплощена в тех книгах, которые вы видите на книжной выставке в фойе нашего зала. Спасибо. Вот, так сказать, такое вступление, и мы передаем слово Юрию Александровичу Петрову. Да, спасибо, Николай Андреевич. Да, теперь для основного доклада приглашается доктор исторических наук, директор Института российской истории Российской академии наук Петров Юрий Александрович, пожалуйста. Начать презентацию хотел бы. Можно включить? Ага. Уважаемый Геннадий Олегович, уважаемые члены президиума, коллеги, мы, прежде всего, признательны Академии за возможность представить сегодня первые результаты нашего труда, о котором уже в обобщающем плане Николай Андреевич дал представление. Я же заострю некоторые моменты, связанные с проблемами замысла и реализации этого проекта. Действительно, когда мы задумывали издание этой 20-томной истории, были некоторые сомнения, говорилось о том, что этот жанр как бы несколько немодный и даже в какой-то мере устаревший. Но все же мы исходили из того, что национальная история остается весьма актуальным жанром и в нашей стране, и за рубежом. Все ведущие страны мира имеют свою национальную историю, и именно на ее основе формируется образовательный комплекс, который призван передать накопленные поколениями знания следующим. Поэтому мы взялись за этот проект. Он действительно потребовал большого труда и большого объема. Издание, как вы видите, в 20 томах и в 30 книгах. Сейчас вышла первая часть этого издания. Мы планируем завершить всю работу в основном в следующем году и в начале 26-го года. Действительно, у нас есть предшественники, и я хочу подчеркнуть, что потребность в обобщающей истории страны возникала всегда в эпохе, когда Россия искала собственную идентификацию, когда она задумывалась над тем, что она собой представляет. Именно тогда Карамзин Николай Михайлович подготовил историю государства российского, которую Пушкин сравнил для России с открытием Америки Колумбом. Он действительно открыл
эту историю для всего общества. Сергей Михайлович Соловьев подготовил 29 томов уже не истории не только государства российского, но истории России. Взгляд историков постоянно расширялся и охватывал уже и социальную сферу. Что касается советского периода, то вот на этом слайде вы видите эти серые 12 томов, которые подготовлены были в 60-х, 70-х годах. Они были призваны, в общем, представить новую советскую марксистскую концепцию истории нашей страны. Прошло со времени распада Советского Союза уже более 30 лет, и появилась убежденность в том, что России нужна новая своя история, которая бы проводила новую идентификацию нашего народа, нашей страны, и обобщала бы те многочисленные данные, которые появились за это 30-летие. Вот так выглядят эти тома. Они сейчас находятся в вестибюле. Не у всех, может быть, они есть в руках. Вот так выглядят первые наши тома. И я бы хотел подчеркнуть, что над созданием этого труда работала очень действительно большая коллегия авторов из самых разных академических институтов, вузов, музеев, архивов, из различных регионов нашей страны, что позволило получить нам полный свод достижений современной исторической науки на сегодняшний день. При этом в нашу задачу, задачу авторского коллектива, входило не просто обобщение известных в науке данных и их суммирование, а получение качественно нового знания на этой основе, в том числе знания, вызывающего по проблемам, вызывающим сегодня наибольший общественный интерес. Прежде всего, речь идет, конечно же, о многочисленных ненаучных концепциях и фальсификациях, которыми наводнена наша действительность сегодняшняя. И мое убеждение в том, что справиться с этим мутным потоком нельзя иначе, кроме как противопоставив ему достоверную картину прошлого нашей страны, достоверную, то есть основанную на научных данных. Поэтому мы исходили из того, что этот обобщающий труд, подготовленный на академическом уровне, он должен служить ориентиром не только для профессиональных историков, ученых, но и в образовательном процессе средней и высшей школы. И должен сказать, что основные положения этого труда, они уже находят свою реализацию и в школьных учебниках средней школы, и в вузовских учебниках, которые мы подготовили по заданию Минобрнауки для студентов неисторических профилей. Что касается того, как расположен материал, мы исходили из традиционного проблемно-хронологического проблемного принципа по отдельным периодам, начиная с древнейших времен, то бишь со времен археологических, и до сегодняшнего дня, фактически до начала специальной военной операции. Вот такая задумка. При этом эти тома не должны быть как бы очерковыми, написанными как бы по каждой по своему лекалу. Единство, мы добивались единства исторического полотна, и, на мой взгляд, оно обеспечивается вот той общей унифицированной схемой, которая включает следующие сквозные, так называемые, темы. В каждом томе неизменно присутствуют темы территории населения, экономики, социальных отношений, власти, международные отношения, культура и повседневная жизнь людей. И вот эта как бы жесткая матрица, она и призвана обеспечить преемственность и единство всей работе. И, конечно же, в центре внимания труда находится проблема складывания и функционирования нашего многонационального российского государства. При этом учтены особенности развития отдельных регионов, специфика межэтнических отношений. И, что особо хотел бы подчеркнуть, национальные регионы современной России, включая воссоединенный Крым,
представлены многотомники на всех хронологических этапах, включая периоды их существования и вне России. Конечно же, новацией является особое внимание, которое уделено в новом труде духовной культуре, роли основных религий в нашей стране, поскольку многоконфессиональность из древнейших времен является важным фактором в истории нашей страны. Эта тема в прежних трудах советского периода была, мягко скажем, затушевана. Научность. Что придает научность этому труду? Прежде всего, опора на историографию истории России. Историография – это тот научный багаж, который накоплен наукой, исходя из которого мы, собственно, и строим наши дальнейшие концепции. В этом смысле историография у нас представлена в обведении каждому тому, и еще мы специально добивались того, чтобы в истории есть дискуссионные, спорные моменты, которые до сих пор, может быть, не имеют общего консенсуса в нашем сообществе, и они заслуживают внимания, поскольку они действительно научные и доказуемы. Поэтому мы исходили из того, что по отдельным спорным вопросам российской истории мы будем представлять и разные точки зрения, если, повторяю, они заслуживают этого как научной концепции. Ну и теперь несколько слов о двух томах, которые вышли практически одновременно и посвящены очень близким темам. Это том в двух книгах по истории революции российской и том, я буду говорить о нем потом, впоследствии том о гражданской войне. Ну, вы видите эти обложки. Мы, собственно, хотели, чтобы на них были изображены главные действующие лица, главные персонажи той эпохи, Николай Романов и Владимир Ленин. Вот этот 11-й том в двух книгах посвящен, он имеет название, вы видите, «Империя, война, революция». Он посвящен событиям от начала Первой мировой войны до заключения Брестского мира. Конечно же, мы уделили особое внимание причинам возникновения Первой мировой войны. Эта война достаточно долго была в таком забытом состоянии в нашей историографии. В советское время она рассматривалась как, только как империалистическая и только как преддверие победы Великого Октября. Но мы пытались как бы более объективно взглянуть на этот процесс и сконстатировать хотя бы тот факт, что идеи пацифизма тогда потеряли свою привлекательность и в России, и в Европе в целом. Тогда был период военного угара, военного национализма. И поэтому событиями в России стали управлять неконтролируемые эмоции и мечты о социальной справедливости. Собственно, вот этот психологический фон победы революции сложился именно в годы Первой мировой войны. И именно в условиях этой войны, когда население было просто измотано повседневными бытовыми проблемами и дефицитом, и дороговизной, и продовольственными трудностями. И, собственно, напомню вам, что февральская революция началась именно с выступлений женщин в очередях за хлебом, которого в Петрограде в те дни не хватало. Вот, собственно, от этой маленькой искры и загорелась большая революция. Мы хотели бы во второй части показать, что, собственно, являются ли убедительными сейчас получившие широкое распространение конспирологические концепции, которые падение самодержавия связывают с деятельностью всевозможных заговорщиков, от думских либералов до представителей Германии и стран Антанты. Я со всей ответственностью хочу заявить, что подобного рода тезисы, которые мы часто сейчас можем услышать и с экрана телевизора, эти тезисы не выдерживают научной критики и не получили поддержку научного сообщества как нечто фактическое, нечто доказанное. В конечном итоге, к февралю 2017 года сложилась ситуация саморазвала слабой власти. Она настолько ослабла по разным причинам, об этом можно говорить отдельно и очень долго, но факт в том, что
власть настолько ослабла, что она пала под давлением стихийных демонстраций, тех самых хлебных бунтов, о которых я сегодня упомянул. И очень важно, что, мне кажется, мы видим новое в событиях того времени, это исследование психологии масс. Вот периоды революции, они как раз отличаются тем, что психология широких социальных слоев, она приходит в состояние перевозбуждения, если говорить языком физиологов, и появляются маниакальные, можно даже сказать, желание безоговорочно удовлетворить свои требования, не считаясь ни с какими принципами, в том числе формальной демократии. Появляются мечты о скорейшем царстве Божьем на земле в виде социалистического государства. И, собственно, Ленин и большевики и сделали ставку на развязывание таких разрушительных инстинктов масс. А те все больше разочаровывались в результатах правления буржуазии, так называемой. И поэтому, собственно, в этом тезисе особо нового ничего нет, но важно сказать, что он, в общем-то, сейчас для нас общепризнан, что приход большевиков к власти был предопределен именно использованием стихийного стремления масс к миру, подкреплением требований земли со стороны крестьян. Это те самые знаменитые декреты о мире и земле, которые принял второй съезд в октябре 1917 года. Что касается гражданской войны, здесь вот дихотомия ее достаточно в обложках видна. Это красные, это белые. Собственно, новое прочтение стало возможным, я считаю, благодаря так называемой архивной революции. В 90-х годах открылись прежние закрытые архивы, спецхраны, в которых хранилось огромное количество документов из стана так называемой контрреволюции. И именно это обстоятельство дало возможность историкам более объективно подойти к истории гражданской войны. Что касается в целом ее периодизации, я бы хотел обратить внимание, что в период, когда мы отмечали столетие Российской революции в 1917 году, мы, в общем-то, в историческом сообществе пришли к единому мнению, что мы должны говорить о целом о периоде Великой Российской революции 1917-1922 годов. Великая она не потому, что мы положительно ее оцениваем. В русском языке слово «великий» относится и к таким понятиям, как «великий глад» или «великий мор». Это речь идет о масштабах события. Масштабы Российской революции действительно настолько велики, что они изменили не только нашу страну, но фактически и всю историю человечества. И что касается внутренних этапов, очень важно, нам кажется, было понять, что надо избегать дихотомии февраля и октября. Той дихотомии, которая присутствовала всегда в нашем общественном сознании. Сначала представление буржуазного февраля хорошему, так сказать, социалистическому октябрю. В постсоветский период маятник изменился, мы начали говорить только о том, что февраль был настоящей революцией, а в октябре 1917 года большевики провели переворот. На самом деле, я думаю, что это споры достаточно схоластические, потому что речь идет о том, что у каждой революции есть, великой, большой революции, есть внутренняя логика этапа своего развития. Я хочу для компаративистики, так сказать, привести данные Великой Французской революции. Если вы обратите внимание, динамика и тенденции здесь абсолютно совпадают с революцией нашей. Сначала к власти приходят либералы, жирондисты, у нас это временное правительство. Затем их сменяют радикалы, якобинцы, большевики. А все кончается установлением личной диктатуры в лице императора или генерального секретаря. Вот эта внутренняя логика развития событий революции говорит о том, что это единый процесс, в котором нужно наблюдать отдельные этапы ее развития. И эти этапы, они взаимосвязаны, но ни в коем случае, мне кажется, нужно избегать прежних
таких идеологических оценок и расхождений событий февраля и октября. Ну, что касается гражданской войны, возвращаясь к этой теме, наряду с анализом главного противоборства красных и белых, ну, здесь мы, огромный был привлечен новый материал, который позволил рассмотреть и противостояние различных гособразований той эпохи, межнациональной конфронтации, международной интервенции, идеи и практики мировой революции, христианского движения и так далее, формы террора. И мне кажется, что здесь очень важно, что мы не вставали тоже ни на одну сторону, ни красных, ни белых. В этой гражданской войне, чтобы сохранять научную объективность, нужно быть несколько отстраненным, научным, объективным наблюдателем за этими процессами, ни в коем случае не впадая ни в одну крайность. То, что содержание краткое этого двухкнижника, говорит о том, что мы рассмотрели в первой книге как бы хронологические истоки гражданской войны в стране в целом. При этом хотел бы подчеркнуть, что в последнее время в бывших советских республиках набирает силу подход, я бы сказал, такой националистический, и в соответствии с которым заявляется, что у них в регионах, в республиках гражданской войны не было, а она была как бы привнесена туда со стороны, то бишь из России. Мы считаем, что это попытка, вот так сказать, национализировать историю гражданской войны и выйти из ее общего потока, общестранового потока. Это абсолютно неперспективное занятие, и мы как раз рассматриваем гражданскую войну как феномен всех народов и территорий бывшей Российской империи. Поэтому мы уделяем особое внимание в национальных регионах страны, в распаде Российской империи и последующего собирания страны большевиками. Как раз одно из таких ярких проявлений националистических измышлений является тезис украинской историографии о том, что гражданской войны на Украине якобы не было, и что только русские из Москвы привнесли на мирную Украину гражданскую войну. Это, конечно же, в полной мере ложь. Гражданская война стала одним из самых трагических событий, это мы не должны забывать. Она обошлась всем народам нашей страны в более чем 10 миллионов жертв. Я заканчиваю. Хочу особо выразить признательность издательству «Наука», которое взяло на себя нелегкий труд издания этого книги, корпорации «Транснефть», которая помогла на последнем этапе очень серьезно с финансовой помощью для издания. Отдельные слова благодарности Российскому историческому обществу и Фонду истории Отечества, который помогал нам профинансировать подготовку текстов для этой работы. И самое последнее, то, что, в принципе, я уже сказал. Вот сейчас вышли в свет такие тома, и намечаем мы завершить в 26-м году. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое. Пожалуйста, какие вопросы к Юрию Александровичу есть у членов президиума? Нету, да? Тогда спасибо еще раз, спасибо Юрий Александрович. Вам, да. Да, спасибо. Я хотел сказать, что у нас здесь записались как докладчики идут, они до 10 минут, 5 человек. Но прежде чем приступить к докладчикам, я хотел бы предоставить несколько слов нашим приглашенным гостям. И первое, я хотел предоставить слово заместителю председателя Совета Федерации Косачеву Константину Васильевичу. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Геннадий Яковлевич, Николай Андреевич, Юрий Александрович, уважаемые участники собрания. Я испытываю определенную робость, боюсь уронить заданную планку научной дискуссии, но совершенно искренне начну с того, что есть такое затасканное выражение, что мы присутствуем при историческом событии. Вот сейчас я считаю
совершенно уместным его использовать. И дело не только и не столько в том, что мы обсуждаем историю, дело в масштабах происходящего. Это действительно огромный труд, но труд, который далеко за рамки выходит совершенного. Это, конечно же, очень важный источник знаний для ученых. И это огромный труд ученых, которые писали эти тома и продолжают их писать. Конечно же, это огромное событие для всего нашего общества, потому что, разумеется, эти книги будут читать самые разные люди. Но я бы подчеркнул, что это и явление стратегического характера, важнейшее уже для нас, как для нации, как для государства. Мы видим, что происходит с нападками на нашу отечественную историю, как это стремительно на наших глазах превратилось в мощнейший геополитический инструмент, и растаскивая по кускам, извращая нашу национальную историю, разумеется, нас пытаются лишить будущего. Конституция России, как известно, не допускает установления какой-то идеологии в качестве государственной, но я не побоюсь сказать, что честное, подробное изложение становления нашей государственности, наших ценностей, культуры, основных религий, наверное, все это и есть идеология государства, цивилизации России. Известна такая тоже есть фраза, не менее затасканная, что история пишется победителями, и в истории любой страны, любой нации, любого народа были периоды, когда именно так и происходило, когда победители определенного этапа этой истории переписывали ее под себя. Это было и в нашей истории, но вот на память, конечно, эпизодов очень много. Я позволю себе припомнить историю с сожжением родовых или родословных книг, когда царь Федор Алексеевич избавлялся от местничества в 1682 году, а параллельно существенный пласт исторических знаний был осознанно уничтожен. Я, конечно же, вспомню историю первых лет нашей советской власти. Может быть, не все знают, но в 1918 году большевики ликвидировали школьный предмет истории в принципе в наших школах, потому что не о чем было рассказывать ученикам, не о царской же фамилии им надо было рассказывать. И предмет истории в наших советских школах был восстановлен только в 1932 году. Вот целое поколение выросло. У меня бабушка заканчивала школу как раз в 1932 году. Я всегда удивлялся, как она внимательно изучала уже мои школьные учебники истории, только потом понял, что у нее не было своих. Ну и понятно, что та история, которая вот здесь вот упоминалась, история СССР 60-х, 70-х годов, была мягко скажем, не совсем объективной с научной, с исторической точки зрения. Мы народ-победитель, и мы вправе писать нашу историю, но мы совершенно точно пишем ее уже не под определенные конъюнктурные политические задачи. Я уверен, что нынешнее издание, это, может быть, впервые после упоминавшегося сегодня Николая Михайловича Карамзина с его историей государства российского, впервые столь объемный, столь объективный, столь последовательный и столь научный подход к нашей отечественной истории. Поэтому хотел бы сказать браво тем, кто занимался этой работой, и, конечно, мы все будем, вне зависимости от наших профессиональных склонностей, с нетерпением ожидать выхода полного издания этой истории России. Ну и в заключение, Геннадий Яковлевич, откликаясь на ваш призыв, конечно же, не дадим в обиду и археологическую науку, потому что и она является важнейшим источником того, что мы сегодня обсуждаем. Вот пример с Воздвиженским кладом говорит о том, что все-таки мы вовремя приняли соответствующие законы. Понятно, что до их появления очень много ушло, было закатано в цемент и бетон, ушло, так сказать, под землю, и, может быть, никогда уже не будет из этой земли, к сожалению, извлечено. То, что сделано, мне представляется единственно возможным вариантом поведения в этой ситуации, и планку эту мы никому не позволим снизить. Верьте. Спасибо большое, Константин Иванович. Да. Сейчас хотел слово дать председателю комитета Госдумы по науке и высшему образованию Кабышеву Сергею Владимировичу. Спасибо, Геннадий Яковлевич, уважаемые члены президиума, дорогие гости.
Я присоединяюсь к словам своего коллеги-парламентария Константина Иосифовича, что сегодня мы присутствуем при историческом событии в полном смысле этого слова. И, может быть, сейчас мы не оцениваем этот масштаб в полной мере. История – одна из основных наук, которая учит быть человеком гражданином. И защита исторической памяти является для нас конституционным приоритетом, поэтому ваш запрос, запрос академического сообщества для нас, законодателей, является тем наказом, который мы вместе с Константином Ильичем, вместе с вами проработаем и для установления необходимых правовых гарантий получения объективного исторического знания, в том числе режима археологических раскопок. Спасибо. Будем работать вместе дальше. Спасибо. Да, спасибо большое. Вы знаете, я в субботу разговаривал с Нарышкиным Сергеем Евгеньевичем, потому что он прилетел из командировки, и сегодня тоже важное совещание, он не мог, но вот здесь есть у нас Гакуев Руслан Григорьевич, председатель правления Российского исторического общества и исполнительный директор Фонда истории Отечества. Ему несколько слов хотел сказать. Сейчас он... Глубоко уважаемый Геннадий Яковлевич, глубоко уважаемые члены Президиума, уважаемые коллеги, Российское историческое общество и Фонд истории Отечества с самого начала реализации проекта по созданию многотомной академической истории оказывали ему всестороннюю помощь и поддержку. Не случайно Сергей Евгеньевич Нарышкин, председатель общества, возглавил его редакционный совет. Сам я как историк, сотрудник Института российской истории РАН, был рад той возможности, которая представилась мне в подготовке тома по истории гражданской войны. Разрешите зачитать приветствие Сергея Евгеньевича Нарышкина к участникам сегодняшнего заседания Президиума. Совершенствование методов научного поиска, развитие технологий и выявление новых источников диктует необходимость регулярно обобщать накопленные историками знания в фундаментальных академических науках. Каждое из таких изданий подтверждает непрерывность и преемственность отечественной истории, отмеряет очередной рубеж в развитии нашего государства цивилизации, задает тон будущим исследованиям на десятки лет. Одной из таких вех уже стала и публикующаяся многотомная история России. Ведущую роль в этом масштабном проекте, объединившем профессиональное сообщество нашей страны, сыграли ученые Российской академии наук. Уверен, что результат их усилий, вобравший в себя все открытия последних 50 лет, станет лучшим ответом на любые попытки исказить нашу национальную память. Рассчитываю, что в ходе сегодняшнего заседания вам удастся не только обсудить интеграцию многотомной истории России в образовательный процесс, но и подумать о ее использовании в просветительских проектах. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго. Председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин. Да, спасибо. Ну и вот у нас уже Юрий Александрович, он говорил в своем докладе о роли ПАО «Транснефть» в области подготовки издания. Я хотел бы здесь слово предоставить Каландову Вадиму Александровичу, это вице-президент ПАО «Транснефть». Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Геннадий Яковлевич, уважаемые участники заседания, ну, во-первых, позвольте мне передать пожелания хорошей работы, крепкого здоровья от лица президента нашей компании Николая Петровича Токарева всем участникам заседания. Ну, в каждом выступлении должно быть немножко о себе. Вот с Виктором Антоновичем мы более плотно работаем, поэтому о нас рассказывать не нужно. А что такое компания «Транснефть» на сегодняшний день? Это крупнейшая трубопроводная компания мира. Это лидер мировой трубопроводной отрасли по более чем 30 оценочным критериям. Это 67 тысяч километров трубы. Это наше присутствие в 64 регионах Российской Федерации, 130-тысячный коллектив, 5 крупнейших портов Российской Федерации, 11 крупнейших заводов, которые позволили нам обеспечить компанию отечественным оборудованием,
что в современных условиях является немаловажным фактором для того, чтобы производственная деятельность осуществлялась в нормальном обычном режиме. Почти 600 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов перекачиваем каждый год по нашей трубе. Но, как говорится, мы компания не только про нефть. У нас огромный пласт работы связан с тем, что мы поддерживаем сотни, даже тысячи проектов в сфере общественных наук, культуры, в том числе и исторических проектов. В числе последних хочу сказать, что многие знают, что мы были инициаторами воссоздания летописного свода Ивана Грозного. Благодаря большому авторскому коллективу и усилиям нашей компании было издано более 1000 экземпляров летописного свода, и на сегодняшний день его экземпляры есть во всех крупнейших научных библиотеках мира, во всех крупнейших университетских общеобразовательных учреждениях и в нашей стране. Поэтому, когда к нам пришел Юрий Александрович с предложением поддержать проект об издании истории России, этого многотомного собрание, и когда мы обратили внимание, что поручение президента было еще в 2013 году, а на дворе уже 2023 год, нам стало понятно, что Транснефти пора подключаться. Ну и благодаря, тут, конечно, доля шутки есть, но в каждой шутке есть и большая доля правды. И вот сегодня вы имеете возможность увидеть уже первых 4 тома, более чем 20-томного издания в 30 книгах. И планируется завершить его работу в 2026 году. Я хотел передать слова нашего руководителя Николая Петровича Токарева, что мы гарантируем, что мы профинансируем этот проект в полном объеме, и мы даже готовы пойти на встречном курсе, что если авторский коллектив готов будет представить необходимые тома в 2025 году, мы обязуемся профинансировать весь проект в 2025 году и завершить издание этого проекта досрочно. Поэтому, Юрий Александрович, все во многом в ваших руках. Если еще буквально два слова, коллеги, перед тем, как я выполню такую почетную миссию, которую мне доверил руководитель нашей компании, мы в исполнении поручения президента нашей страны о необходимости поддержки социально-экономического и культурного развития новых территорий достаточно активно работаем на этом треке и помогаем не только финансами в рамках промышленного производства, но, выполняя уже отдельное поручение Владимира Владимировича, мы направили более чем 100 тысяч экземпляров книжной продукции во все библиотеки и учебные заведения, присоединенных к нам или вернувшихся к нам территорий. Не люблю это слово, присоединенные, вернувшиеся территории, исторически наши территории. И в числе последних это большое издание, посвященное истории Крыма, где впервые наши сотрудники вместе также с авторским коллективом, поработав в архивах, нашли многие неизвестные факты, связанные с историей Крыма. И это издание направлено также во все библиотечные фонды нашей страны, на новые территории. Один из наших последних исторических проектов – это участие в создании историко-археологического парка Херсонес. 28 июля в этом году было его открытие. Это замечательный проект. Я всем, кто не был, советую, конечно, посмотреть, что это такое. Это место, где впервые, наверное, зародилась, по сути, государственность нашей страны, где были сформированы основы нашего духовного начала. Очень важный с исторической точки зрения проект, поэтому предлагаю всем, и мы готовы оказать в этом содействие, посетить историко-археологический комплекс и посмотреть на историю нашей страны несколько другими глазами. И, Геннадий Яковлевич, я хотел бы выполнить поручение Николая Петровича Токарева и вручить вам одно из наших последних исторических изданий, которое было подготовлено творческим коллективом наших сотрудников. Мы обладаем такой уникальной возможностью. У нас есть свои собственные медиа и информационные ресурсы, которые позволяют нашим корреспондентам работать в архивах
в наших государственных архивах, как бы активно искать какие-то новые артефакты. И мы издали книгу, которая называется «Русский пантеон», где мы описываем достаточно известных, может быть, малоизвестных, забытых исторических личностей, которые много сделали для развития России, вот путем подачи, нового взгляда. Мы смотрим не глазами Википедии и интернета, а вот глазами архивных материалов. Поэтому, Геннадий Яковлевич, я вручу вам этот подарочный том издания, чтобы коллеги не думали, что это у нас в таком вот виде ушло во все библиотеки. Нет, рабочий вариант можно спокойно читать. Это подарочный экземпляр. Вам. Я всех членов президиума не знаю, возможно, кто-то является и героем этого издания. Можно просьба ознакомиться. Да, а это мы несколько лет назад мы подготовили фильм серийный, называется «Неизвестная война». В преддверии 80-летия Победы мы его переиздали. Такой вот здесь 8 серий, почти 10 часов хороших, интересных архивных материалов по войне Великой Отечественной войны. Еще раз всем спасибо. Да, спасибо большое. Очень важно, что у нас большие компании, великие компании занимаются такими делами, и вместе мы делаем историю России в этом отношении. Так, теперь мы переходим. Я хотел бы сейчас слово предоставить для доклада. Это уже, как и говорил Юрий Александрович, по этапам нашей исторической Родины. Это средневековая Русь в новой истории России. Слово предоставляется доктору исторических наук, заместителю директора Института российской истории Горский Антон Анатольевич. Пожалуйста. Эпохе русского средневековья посвящены два тома, 20-томной истории России, это второй и третий. А второй том уже опубликован, он, собственно, вышел весной нынешнего года, первым в серии. А третий должен быть издан до конца нынешнего года. Второй том заглавлен «Государство и народы на территории России в VI-середине XIII века. Становление и развитие Руси». Работал над ним около 40 авторов. И хронологические рамки обусловлены тем, что с VI века традиционно начинается эпоха Средневековья в Европе. Ну, а верхняя грань – это монгольские завоевания, которые серьезно изменили историю и Восточной Европы, и Северной Азии. Что это за эпоха, если говорить об общей ее какой-то характеристике? Это эпоха образования и развития первых государств на территории будущей России. Если ранее, в античную эпоху, государственность, ее очаги присутствовали только в районе Причерноморья, то в раннее Средневековье государство формируется, собственно, и на территории Восточной Европы, и Сибири, и Южной, и Дальнего Востока. Вот об их истории и идет речь во втором томе. Ну, как уже неоднократно сегодня упоминалось, предыдущее обобщение этого
периода, раннего Средневековья. Его истории имело место 60 лет тому назад примерно. И задача авторов и редакторов второго тома была представить современное состояние изучения истории этого периода. Разумеется, за эти десятилетия было обнаружено много новых источников, и письменных, и в первую очередь археологических. Ну, здесь можно упомянуть те же берестяные грамоты, количество которых уже ныне далеко за 1000. И не только в Новгороде они найдены, но в 12 уже древнерусских городах. Вот здесь на этом слайде один из уникальных источников, обнаруженных недавно, собственно, в 2000 году, на рубеже тысячелетий. Это «Новгородская цера», книга, написанная на покрытых воском дощечках. Ее датировка около конца X, начала XI века. И, собственно, это древнейшая русская книга, более того, это древнейшая и славянская книга вот по дате ее создания. Разумеется, преобладающее место в томе занимает история Руси, возникновения и развития русского государства. Здесь также много присутствует новаций, новых подходов и выводов в тексте тома, суммирующих то, что сделано в современной науке. Ну, упомяну несколько таких примеров. Когда речь идет о древнерусской литературе, обычно в обобщающих трудах говорится об оригинальных памятниках, то есть произведениях литературы, созданных, собственно, на Руси. Но если брать весь корпус древнерусской письменности, то большую часть произведений, которые бытовали в стране, это были произведения переводные, преимущественно с греческого. Это переводы, сделанные в южнославянских странах и, собственно, сделанные и на Руси. Ну вот здесь один из таких примеров, одна из древнейших книг, тоже представленная в иллюстрациях, которыми снабжен том. Это сборник киевского князя Святослава Ярославича 1073 года. Произведение, которое, оригинал которого, собственно, был болгарским, переписано с болгарского оригинала. Вот эта вот переводная литература, она отражена, широко представлена в томе, о ней речь идет, и она представляет свою вот картину круга чтения людей того времени, того, что они, чем они, грамотная часть населения знакомилась с повседневной жизнью. И, собственно, повседневной жизни людей средневековой Руси уделено в томе значительное внимание. Другой важный такой вывод касается древнерусского зодчества. Ну, здесь просто для примера Дмитриевский собор во Владимире изображен. Это школы архитектуры, школы зодчества, строительные артели. Вот удалось в главе, посвященной архитектуре, как раз проследить их деятельность и их передвижение по территории Руси из одного центра в другой. Это также является важным и новым научным выводом. Если говорить об истории политической, то здесь упомяну такую новацию, как попытка оставаться по возможности в терминах, которые бытовали в изучаемую эпоху. Ну, например, самый распространенный такой термин для обозначения политических образований в средневековой Руси, который в литературе присутствует, это термин «княжество». Он производит впечатление древнего, образован от слова «князь». И создается такое впечатление, что употреблялся он и в те времена. На самом деле это не так. Этот термин не употреблялся
в домонгольский период, а были, собственно, понятия, которые обозначали политические образования. Это земли и волость, земля и волость. Причем термином «земля» обозначались именно то, что мы сейчас называем независимыми суверенными государствами, а волостями их составные части, ну, как сейчас бы сказали, территориально-административные единицы в рамках государств. И вот в XI, начале XII века на Руси есть одна земля, это русская земля, то есть Русь, государство в целом, и волости, как его составные части, управлявшиеся князьями, представителями княжеского рода. В XII веке ситуация меняется, появляются множество земель, более десятка, то есть крупные волости превращаются в земли, и это как раз показывает, что современники их стали считать независимыми государствами. А властями именуются с этого времени, с XII века, составные части вот этих земель, которые также управляются отдельными князьями. При этом сохраняется представление о Руси в целом, о русской земле, как совокупности вот этих вот относительно независимых земель. Тем не менее, представление об общности Руси сохранялось и в эпоху вот этой так называемой раздробленности. Об этом тоже много говорится в томе. Ну, два слова скажу о третьем томе, который должен выйти вот к концу нынешнего года. Он называется «Государство и народы на территории России в середине 13-го, начале 16 века. Образование единого русского государства». В этом томе говорится об эпохе, когда устанавливается в Восточной Европе верховная власть ордынских ханов, прослеживаются изменения, которые происходили в это время, и рассматривается процесс формирования единого государства со столицей в Москве и обретения им к концу 15 века суверенитета. Здесь также в этом томе большую часть занимают изложения результатов археологических изысканий. Если говорить о том, какая общая такая идея в этих двух томах в совокупности вырисовывается, то это определенное единство русской истории вплоть до конца эпохи Средневековья. У современников всегда существовало понятие Руси, русской земли, о ее неком единстве, пусть в какой-то мере номинальном после наступления политического дробления, всегда представление их людей того времени существовал верховный правитель. В домонгольский период это князь Киевский, со второй половины 13 века Владимирский, с конца 14 фактически Московский. То есть менялась столица, но политическое образование, Русь, русская земля, с точки зрения людей того времени оставалось в основе одним. Вот те сюжеты, которые я хотел бы в этом кратком выступление осветить. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое, Антон Анатольевич. Тогда спасибо. У нас следующее. Да, пожалуйста, сейчас Антон Анатольевич. Пожалуйста. Антон Анатольевич, вот история Руси, она очень тесно была связана с историей Золотой Орды. Вот как вы рассматриваете эту ситуацию и почему Русь 300 лет терпела диктат Золотой Орды. Князья ездили туда за ярлыком, получали ярлык и правили, платили дань. Вот что способствовало тому, что так долго над нашим свободолюбивым народом висела Золотая Орда? Может, она какую-то пользу приносила? Спасибо. Спасибо. Ну, эту тему можно долго обсуждать, и в третьем томе она присутствует. Ну, не 300 лет, конечно, там, строго говоря, 230 примерно лет эта зависимость длилась, и менялись, собственно говоря, ее формы, ее проявления. Но такого рода ситуация, она после вот этих монгольских завоеваний 13 века сложилась во многих регионах. Часть государств Евразии Северной, так скажем, была покорена, и там монгольские ханы управляли непосредственно, так как Китай, Иран и Средняя Азия.
Часть, это вот на окраинах Ангольской экспансии, она, там сохранялись местные правители, но обязаны были зависеть, ну, были вассалами, так можно условно сказать, монгольских правителей. Это так было и в Корее, и в Малой Азии, в Дунайской Болгарии, в том числе вот и на русских землях. Что касается длительности сохранения независимости, ну, здесь есть разные на этот счет суждения. Здесь два фактора, я думаю, играли роль. Во-первых, сложилось такое представление о том, что хан Орды носит титул царь или цесарь, который считался высшим титулом, которым не обладали русские князья. И сложилось со временем такое представление, что в определенной мере его власть легитимна. И потом пришлось преодолевать это представление, вот, в том числе даже при Иване III. И второй момент, что существовало всегда, долгое время точнее, существовало опасение о том, что вот Орда перейдет к непосредственному управлению русскими землями. Вот этого вот взимания дани при сохранении русских князей. Это тоже, то есть это рассматривалось в какой-то мере как меньшее зло. Но это, конечно, только часть большой темы, которую в одном ответе на вопрос не осветить. Спасибо. Спасибо. Нет больше вопросов? Спасибо, Антон Анатольевич. Тогда у нас следующий доклад, это сообщение «Россия, 16-17 век. Становление государства при преодолении кризисов». Здесь два докладчика. Первый докладчик Сиренов Алексей Владимирович, член-корреспондент РАН, директор Санкт-Петербургского института истории. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Геннадий Яковлевич, глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги, я и мой содокладчик, присутствующий здесь, Дмитрий Владимирович Лисейцев, представим вам два этапа в истории России, которые отражаются в соответствующих томах. В томе по XVI веку, за него вот я отвечаю, и Дмитрий Владимирович в томе по XVII веку. Но в этом кратком сообщении мне бы хотелось заострить внимание на тех проблемах, с которыми мы столкнулись, создавая новый нарратив об этом очень важном этапе в истории России. Здесь уже упоминался Николай Михайлович Карамзин, который, в общем, создал, можно сказать, основу для нашего исторического нарратива. И традиционно, говоря о XVI-XVII веках, обращали внимание и историки, и писатели, и общественные деятели на драматические периоды русской истории, на опричнину Ивана Грозного, на смуту, на бунты XVII века, Соляной бунт, до Стрелецкого бунта. И эти драматические периоды заслоняли то позитивное развитие государства, частью которого, необходимой частью, кризисами которого они являлись. И нашу задачу мы видели в том, чтобы не идти по проторенному пути освещения драматических и, можно так сказать, отрицательных кризисных явлений в истории России XVI-XVII века, а проследить тот процесс, каким образом за менее чем два века сложилась страна, которая уже в XVIII веке стала Российской империей и продолжает фактически в своих основных принципиальных основах сохраняться до настоящего времени. И прежде всего, то, на что следует обратить внимание, это, конечно, беспрецедентное увеличение территории в течение XVI-XVII века. Вот на карте, которую я сейчас демонстрирую, которая будет опубликована, мы видим территорию России в начале XVI века, уже с территориальными приращениями за счет восточных регионов Великого княжества Литовского. К середине XVI века она уже более чем на треть увеличилась.
Ну и, наконец, освоение Сибири, вторая половина XVI века, а фактически и весь XVII век, если говорить о хозяйственном, административном освоении. Здесь азиатская часть России. Более чем в 6 раз увеличилась территория нашего государства за эти 2 века. И это было не просто присоединение колоний, как это иногда пытаются трактовать, и даже в настоящее время. Это было интегрирование, интеграция новых регионов в состав российского государства. Это была интеграция не только регионов, но и местных элит. И речь шла о том, чтобы постепенно включить регионы, новые регионы России в 16-17 веках в качестве полноценных частей, складывающихся уже в то время Российской империи. Второй момент, на который нам кажется важным обратить внимание, это формирование единой системы управления. Задача важнейшая, поскольку Россия в XVI веке имела аппарат управления, заимствованный еще от удельного периода, о котором сейчас говорил Антон Анатольевич Горский. И это нужно было преодолеть. Кроме того, страна сталкивалась с присоединением новых регионов, с своими особенностями управления. И формирование органов центрального управления, реформы местного управления, формирование системы представительства – это были важные задачи, на решение которых были нацелены серьезные ресурсы, и можно сказать, что эти задачи были решены успешно. Ну и, наконец, церковная история, раздел, который, как вот говорил Юрий Александрович Петров, в советское время затушевывался, чрезвычайно был важен именно для России 16-17 веков, потому что в это время в России произошло учреждение патриаршества, что привело к упрочению международного статуса России среди православных стран. Россия, русская церковь вошла в состав 5 вселенских церквей, пентархии так называемой. И что привело к лидерству среди стран поствизантийского мира. Ну и была сформирована система церковного управления, которая продолжалась на протяжении и последующих столетий. Важные достижения были сделаны в области идеологии. В XVI веке был совершен очень важный шаг по легитимации верховной власти, а именно была разработана идеология династической монархии, которая потерпела определенное крушение, когда пресеклась династия. Но в XVII веке была разработана новая система монархии, которая просуществовала до 1917 года. Образование патриаршества, идеология монархии привели к особой системе взаимодействия церковной и светской властей, которая получила название «Симфония властей». Ну и, наконец, очень важный элемент – это культурное развитие России, которое, как мы пытаемся показать, протекало в 2 направлениях. С одной стороны, это развитие традиционного средневековой культуры, которая позволяла России занять лидерское и сохранять лидерское положение среди стран поствизантийского мира. Этот православный мир в то время был достаточно велик, и для России было важно удерживать там лидирующие позиции. С этим связана и известная идеологема «Москва, Третий Рим». Ну и, наконец, знакомство со средневековой, с западноевропейской культурой, что привело Россию постепенно к приобщению к научно-техническому прогрессу. Этот процесс начался в конце 15 века и деятельно развивался в течение 16 и 17 века. Безусловно, эти процессы сопровождались кризисами. Именно в таком виде мы этот процесс и рассматриваем. Кризисы как неизбежное сопровождение
того процесса роста и формирования российского государства, которое имело место в XVI-XVII веках. И опричнина, и смутное время, и бунты XVII века, и, наконец, церковный раскол – это неизбежные болезни роста, которые были, тем не менее, преодолены российским государством, благодаря чему оно обрело ту устойчивость и гибкость, которая позволила нашей стране просуществовать в таком именно качестве многонационального централизованного государства на протяжении столетий и существовать и в настоящее время. Спасибо за внимание. Да, большое спасибо. Есть вопрос к Алексею Владимировичу? Нет, спасибо. Тогда мы... Следующее слово предоставляется доктору исторических наук, руководителю Центра истории России, русского феодализма, истории, Институт российской истории РАН, Лисейцев Дмитрию Владимировичу. Уважаемые коллеги, большое спасибо за предоставленное слово, которое для меня оказалось в некоторой степени неожиданным, поскольку мы договаривались, что с докладом выступит Алексей Владимирович, но, коль пригласили, я не займу много времени, скажу буквально несколько слов. Я выступаю ответственным редактором двух книг пятого тома. Они посвящены истории 17 века, не в строгой хронологии, с 1598 года начиная и заканчивая 1689 годом. Эти две книги делятся историю 17 века, условно говоря, ну, на две половины, хотя и не строго, опять-таки, хронологически. В основу положен хронологический тематический принцип. На данный момент уже опубликована, издана, ее можно подержать в руках, книга первая, которая посвящена первой половине 17 века. Она включает вот тот самый порой глубокий кризис из числа тех, которые назвал мой содокладчик, смутное время и процесс преодоления смуты. Я имею в виду 30 лет царствования Михаила Федоровича. Книга готова, у нее около полутора десятков авторов. Она замечательно картографирована нашим коллегой из Белоруссии Степаном Темушевым. И я могу сказать только огромное спасибо авторам этой книги и издательству «Наука» за то, что получилось на выходе. Вторая книга на данный момент находится в процессе подготовки. Буквально по дороге сюда разговаривал с новосибирскими коллегами. Они работают с текстом в данный момент. Вот какие-то вот текущие вопросы мы решаем. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем готовы порадовать коллег вторую книгою. Ну, все, в руках Божьих. Спасибо за внимание. Да. Спасибо большое, да, Дмитрий Владимирович. Теперь у нас тема называется «Древние и средневековые народы Дальнего Востока». У нас здесь докладчик, академик Крадин Николай Николаевич, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Уважаемые коллеги, я хотел бы начать свой доклад с того, чтобы напомнить очень интересный факт. Дальний Восток сейчас, особенно после присоединения Якутии, Бурятии, Забайкалья, составляет 42% от территории современной Российской Федерации. При этом там проживает всего 5% населения. Конечно, в древности, в Средневековье, соотношение было
несколько иное, и Дальний Восток внес свой тоже важный вклад в историю нашей страны. Это и древнейшая керамика, это и различные уникальные культуры разных экологических зон, от охотников на морского зверя Арктики до почти субтропических культур ранних земледельцев на юге Приморского края. Здесь складывались и государства, и империи, и цивилизации, и о некоторых из них я как раз расскажу в своем докладе. Вот самая ранняя империя, которая сложилась, это Хунская держава, она появилась на рубеже 3-2 веков, ее границы были от Хакасии до Хингана, и с севера от Байкала, там вот на карте как раз голубой уголочек, это Байкал, до Великой Китайской стены. Крылевая система, десятичная организация, большое количество поселений и городов, уникальные раскопки вот наших археологов, полученные результаты. В частности, там были и города, и последнее определенное количество лет мы занимались раскопками единственного пока известного города Хунской империи, Волгинского городища. Около Улан-Удэ удалось реконструировать и природную среду, и то, что там была квартальная структура, население занималось земледелием, ела много рыбы, собак, то есть это явно были не кочевники хунну, а скорее всего или перебежчики из Китая, или, возможно, пленные рабы. После них была еще Симбийская кочевая империя, потом другие империи, которые были связаны с тюрком. Но первое настоящее реальное государство появилось в 698 году на Дальнем Востоке. Это государство Бахай. Здесь вот вы видите, так сказать, его ареалы. Оно занимало частично Приморье и Маньчжурию. Большая страна, 5 столиц, 15 областей. Профессиональное войско, бюрократия. Вот стрелочкой указано Краскинское городище. Это самый известный археологический памятник в Приморье. Это был порт Янь, портовый город, через который осуществлялась торговля с Японией. Вот там внизу на плане вы видите выявлена геофизикой квартальная структура города, улицы. То есть это был настоящий город, жители которого занимались земледелием, ремеслом и ездили торговать в Японию. Это государство просуществовало до 926 года и было захвачено кочевниками киданями, которые жили во внутренней Монголии. Вот на карте это вы видите границы Киданьской империи Ляо, а зеленым цветом это территория Бахая. Кидане многое заимствовали от бахайцев и систему 5 столиц и многое другое. К сожалению, на Дальнем Востоке мало археологических памятников киданий, и самый известный из них – это так называемый вал Чингисхана. Этот вал изучался вот нашей совместной российско-монгольской экспедиции. Удалось обнаружить к югу от него более 60 городов. Это была такая система фортификации, которая была построена киданиями. Называется она именем Чингисхана, потому что в Монголии все большое и великое связывается с его именем. А на самом деле это вот 10-11 век, это Кидани. Вот, и этот вал был построен для того, чтобы защищаться от набегов монгольских кочевников. Кидани 200 лет управляли, так сказать, Дальним Востоком, но через некоторое время другой тунгусо-маньчжурский народ, который пришел на смену бахайцам, джурджени, они установили свою государственность и создали большую империю. Вот это ровесник домонгольской Руси. Если на Руси в этот период проживало где-то, ну там, вот там Антон Анатольевич сказал мне, что порядка 6 миллионов человек, то численность Джурдженской империи была более 50 миллионов, из них 5 миллионов джурджени, остальные, так сказать, китайцы. Громадное государство с мощной армией. Вот у них была своя письменность, два письма, большое и малое, урбанизация, тоже система 5 столиц, монументальная архитектура. В общем, громадная, огромная страна. Очень большое количество джурдженских памятников расположено у нас на территории юга Дальнего Востока.
Здесь вы видите один из самых известных памятников. Это вот Шадинское городище. Разными цветами обозначены кварталы ремесленников, земледельцев, чиновников синим цветом. Вот слева это Джурджейнская пайдза. Это что-то вроде удостоверения личности, которые выдавались крупным чиновникам, которые управляли этим городом. Государство просуществовало 150 лет и было завоевано монголами в эпоху Чингисхана. Война продолжалась почти четверть века, и в конечном счете монголы завоевали Джурджейн, и большую часть джурджейнского населения переселили на различные территории, начиная от Монголии и Забайкалья и заканчивая территорией Золотой Орды. У нас на территории российского Забайкалья есть тоже памятники монгольского времени, есть они и в Бурятии, и самые известные из них – это Херхеринское городище, которая находится в Забайкалье и была открыта ровно 300 лет назад. В этом году вот забайкальские ученые проводили конференцию, приуроченную к 300-летию Академии наук и к началу 300-летних археологических исследований под руководством вот Данила Готлиба и Мессершмитта. Видите, там синим цветом обозначены кварталы, стрелочки указывают на раскопки, это жилище, отопительная система Джурджейнской Каны, то есть большое количество переселенных джурджейней. Вот слева это знаменитый Чингисов камень, который был там найден, он сейчас в Эрмитаже. Это самая ранняя надпись на старом монгольском языке, и здесь упоминается имя Чингисхана и его племянника Ясункэ. Другой памятник – это Кундузский дворец, это тоже в Забайкалье, 60 километров. Видите, в центре большой дворец, по краям он был окружен павильонами. А в 1806 году русские казаки Эповы из остатков этого дворца построили церковь в селе Конду, и, в общем, мне удалось выяснить, что, в общем, эти казаки Эповы – это предки нашего выдающегося сибирского ученого-академика Эпова. Стрелочками здесь, вот вы видите, указаны, так сказать, места раскопок. Видите, вот раскопки тоже с отопительной системой, большое жилище какого-то монгольского чиновника и вот великолепное покрытие пола на дворцовом павильоне. Ну, монгольское владычество закончилось в 1368 году, и фактически после этого история средневековых цивилизаций на этой территории прекратилась, и следующий период истории связан с приходом сюда русских первопроходцев, но это уже совсем другая часть, которая предполагает взаимодействие пришедшего сюда русского населения с коренными народами Сибири и Дальнего Востока. Спасибо. Да, большое спасибо. Какие вопросы к Николаю Николаевичу у нас? Нету. Спасибо, Николай Николаевич, что да. У нас есть еще один докладчик, я не знаю, Федосеенков Николай Николаевич, член-корреспондент Российской академии художества, директор издательства «Наука». Пожалуйста. Добрый день, глубокоуважаемый Геннадий Яковлевич, глубокоуважаемые члены президиума. Большое спасибо за возможность выступить. В первую очередь я бы хотел поблагодарить авторов той многотомной истории России, которые собрались здесь, Российское историческое общество, которое оказывает большую поддержку, и компанию ПАО «Транснефть», которая выступила меценатом этого проекта. Книга как культурный феномен играет значительную роль в жизни человека, влияя его на мировосприятие, формирование личности, любовь к родине и социальное взаимодействие. И сейчас, сегодня наука – это единственное государственное научное издательство, объединяющее три отрасли книгоиздания. Это издательское, полиграфическое и книгораспространительское.
За всю историю издательства было опубликовано сотни тысяч трудов, которые вошли в Золотой фонд отечественной науки. Можно с полным правом сказать, что популяризация науки – это наша важнейшая ключевая задача. Одним из флагманских проектов издательства сегодня является 20-томное издание «История России», работа над которым ведется по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина уже более 10 лет. Она достойно продолжает научные академические традиции, заложенные еще Карамзиным, Татищевым, Соловьем и Ключевским. Проектов такого масштаба не предпринималось в отечественной исторической науке со времен 1970-х годов, когда вышла уже упомянутая сегодня история СССР, ставшая базой для нескольких поколений. Нельзя не отметить тот факт, что история СССР также выходила в издательстве «Наука». Но научно-историческая мысль не стоит на месте, и за прошедшие десятилетия многое поменялось. Появились новые исследования, расширилась их тематика, изменились подходы и, главное, оценка исторических событий. Расширился доступ к архивным документам, произошла так называемая архивная революция. И в целом за прошедшие 60 лет в стране произошли грандиозные изменения, которые именно сейчас потребовали научного осмысления. Академическое издание «Истории России» имеет значимость не только как научный труд, над созданием которого трудится более 400 сотрудников различных организаций, в том числе институтов Российской Академии Наук, вузов, музеев, архивов, но и важную социальную, образовательную и воспитательную роль. Этот труд важен для формирования нашими гражданами своей идентичности, основанной на культурном и историческом контексте. Он нужен для патриотического воспитания, для понимания особого цивилизационного пути России, стоящих перед нашим государством задач. Издательство «Наука» с его академическими многовековыми традициями, как вы знаете, оно основано на несколько лет позже Академии в 1727 году, и высококвалифицированным коллективом заслуженно является проводником этих знаний. Наша цель – создать мост между наукой и обществом, чтобы сделать знания доступными, понятными и обеспечить их сохранение для потомков. Создание и распространение книг – это не просто способствует распространению знаний, но и формирует культурный массив общества. Книги стали связующим звеном между поколениями, передавая и сохраняя традиции, ценности и научные достижения. И обсуждаемая сегодня академическая многотомная история России – это миссия нашего поколения, объединяющая представителей различных исторических профессий, специалистов по разным хронологическим периодам и темам. Это тот труд, который будут брать за основу школьники, студенты и преподаватели. Редакционное издательское оформление книг представляет собой сложный многоступенчатый процесс, включающий в себя много этапов, каждый из которых являет важную роль в формировании конечного продукта и восприятия читателя. Важной частью этого процесса является взаимодействие автора с редактором, который может предложить изменения, направленные на улучшение структуры и часто создание более четкой нарративной линии. Редакторы издательства всегда отличались высочайшим уровнем, уровнем знаний, уровня образования и взаимодействия с членами Академии. Сегодня в издательстве работает более 400 человек. И мы ценим наш уникальный издательский коллектив, который сегодня объединяет специалистов старой школы и молодых сотрудников. Очно сотрудники работают в трех регионах. Это Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. А вообще на сегодняшний день сотрудники издательства «Наука» работают в 15 регионах нашей страны. Помимо этого, первостепенное значение имеет и адаптация научного контента, научного знания для широкой аудитории, потому что важно сохранить не только академическую точность, но и сделать материал доступным для понимания широкого круга читателей, иногда не специалистов.
Это требует от редакторов и авторов особого умения, включающего в себя не только знание предмета, но и навыки коммуникации, чтобы каждый читатель мог найти для себя что-то ценное. Хотел бы отметить преемственность труда сотрудников издательства. Мы сейчас наблюдаем несколько трудовых династий, которые уже в третьем поколении работают в издательстве. И многие знания, техники, технологии и даже работа с оборудованием, у нас есть и трофейное оборудование, которое сейчас в строю, передаются от поколения к поколению, что позволяет достигнуть высокое качество издания и печатной продукции, которую, я думаю, вы все видели и держали в руках. В условиях стремительно меняющегося мира книги остаются важным источником знаний, опыта, способного повлиять на личный и общественный уровень, тем самым обогащая и человеческое существование, и формируя более зрелое общество. История, в свою очередь, играет ключевую роль в формировании личной и культурной идентичности. Через чтение исторических произведений, биографии, исторических исследований человек может лучше понять тот контекст, в котором живет. Это понимание становится часто основой для формирования ценностей, убеждений и даже политической позиции. Изучение истории помогает избежать повторения ошибок прошлого и учит важным урокам, которые могут быть применены в настоящем. В заключение надо сказать, что работа издательства – это не только процесс создания книг, но и организация активной площадки для диалога и обмена опытом между учеными, историками и читателями. Я уверен, что за каждой страницей стоит огромный мир открытий, который позволит новым поколениям создать свою культурную идентичность и сделать вклад в дальнейшее развитие российского общества. Новое издание «История России» является не просто очередным академическим трудом. Оно является важным культурным проектом, способствующим формированию единого исторического нарратива, углублению и пониманию сложной истории нашей страны. И тем самым мы подтверждаем, что книга остается важнейшим элементом культурного и социального диалога. Спасибо. Да, большое спасибо. Есть вопросы какие к Николаю Николаевичу? Да, пожалуйста, да. Скажите, пожалуйста, а каким тиражом планируется издать этот уникальный труд? Каждый из 30 томов на текущий момент планируется издать не менее чем 3000 экземпляров. Если мы будем видеть спрос, то это будет расти. Для примера, средняя книга сейчас издается тиражом 300, 500, 700 экземпляров. Так, пожалуйста, еще вопрос, да. Вот Косачев Константинович сказал, что обсуждаемое издание является явлением стратегического значения. Я думаю, что это очень справедливо. Вы сейчас упомянули о тираже, отвечая на вопрос, 3000 экземпляров. У меня вот какой вопрос. Как будет распространяться эта книга? Поскольку это издание академическое, а я уверен, что многие тысячи людей в нашей стране захотят иметь именно полный комплект, а он выходит в течение 3 лет, 2 лет, если это удастся ускорить, то, может быть, имело бы смысл академическому изданию продумать систему подписки с тем, чтобы тот, кто хочет получить полный комплект, пусть и не сейчас, а через 25-26 году, мог бы иметь такую возможность именно системно. Спасибо. Вы абсолютно верно сказали, что спрос на полный комплект зачастую будет больше, когда он появится, чем тот спрос на пока разрозненные тома, которые мы видим сейчас. Именно поэтому тираж сейчас 3000 экземпляров с последующим возможным увеличением в том случае, если мы увидим спрос. Дело в том, что мы пока не имеем возможности печатать в большем объеме, не видя этого спроса. Когда мы получим полное собрание к середине 26 года, я думаю, что уже будет проработан вопрос, в том числе подписки, который вы сказали. Хорошо. Еще...